Семья из 4 человек, доход 90 тысяч рублей. 6 тысяч рублей мы будем откладывать на заветную мечту, на будущий отпуск. 22 тысячи на продукты. Вот у меня такие видео всегда вызывают недоумение. Знаете почему? Потому что даже если эта семья живет в Рязани, она может спокойно делать 200. Например, жена делает соточку и муж делает соточку, просто работая удаленно. Потому что любая, возьмите любую удаленную вакансию, там средний уровень дохода это 100 тысяч. Поэтому как сейчас семья может делать 90, у меня это вызывает искреннее недоумение. Смотрите, показываю вам, как искать удаленные работы со средним окладом 100 тысяч. Заходим на HeadHunter, это самый крупный сайт по поиску работы. Нажимаем расширенный фильтр, вбиваем название одной из популярных удаленных профессий, работа с Яндекс.Директ-рекламой, убираем указание города, ставим галочку «Удаленная работа». Ну и вот смотрите, специалист по контекстной рекламе Яндекс 80-120, директолог, специалист по рекламе от 80. При таких возможностях, которые есть на удаленке, очень странно, что еще кто-то может зарабатывать в офлайне по 30-40 тысяч. Так что, ребят, обучайтесь, пожалуйста, удаленным профессиям. Пишите в комментариях под этим видео слово «Яндекс», и я пришлю вам 4 бесплатных урока по работе с Яндекс.Рекламой, и вы подробнее узнаете о такой удаленной профессии, как специалист по Яндекс.Рекламе. Там же в уроках я дам вам еще 4 варианта поиска клиентов помимо HeadHunter.